Реабилитация военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе Отечественной войны. Активную роль в этом принимает фонд «Яшат». Прошли все необходимые исследования и успешно прооперированы трое азербайджанских военнослужащих, получивших серьезные ранения. Фонд будет заниматься их лечением до его полного завершения. «Яшат» был учрежден указом президента Азербайджана Ильхама Алиева для оказания поддержки раненым и семьям погибших при защите территориальной целостности Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.